shell shock. That's my fam, I'll hold them down forever. Us against the world, we can battle whoever. Together ain't no way we gon' fail. You know I got your back, just like a turtle shell. Nobody do it better. All my brothers tryna get some cheddar. We all want our cut like the shredder. Me and my bros come together for the dough. Bought the orange Lamborghini, call it Michelangelo. With the nunchuck dough. And I'm pulling 40-inch cables. Went to drilly with that though. Dick blower. Yo, the joke's over. Slap the blokes over. Catch a 40 caliber case of glaucoma. Riders like Johnny Depp rolling with Winona. Big trunk full of shit. Blow the globe up. So what? Nobody knows us. Got no love. Pop six. Ride you with top cops. Know what it does. Hot shit. By the bungalow. Drop the bloody glove. And won't get caught killing today, baby, cause I'm a thug. Bottles of beer on the land of five horses. Man who wasn't there like Billy Bob Thornton. Crush groove. Lamming and stepping into the scene. For the lies, newborns a requiem for a dream. It's legendary assignment. Searchlights hover but can't seem to find them. Track down whatever you can in the mist. In this case it's strictly the hand over fist. So keep your eyes peeled, post and look fresh. Like Mammoth and Ideal, hope to hook chest. Hey yo, what's up, take it to blows plus Jack. Whoever wanted with us get slapped up. Let it be known, Mr. Come on, come on, come on. Это такое небольшое включение спортивного плана. Я взмокший чутка. Сейчас играли баскетбольчик. Уже третья моя игра здесь. На площадке до этого я играл один на один с американцами. Андреа и еще какой-то хер. Вот. Потом играли 2 на 2. Мы, конечно, выиграли. Вы во мне не сомневайтесь. Я как бы держу марку российского баскетбола. Всех делаю. И сейчас сделал китайца. Китайца зовут Марко. Довольно типичное имя для китайца, само собой. Но Russian Ivan have a good game. So I score 7, he score 5, and I will win. Yeah. Для тех, кто ничего не понял, потому что я тоже ничего не понял. Я выиграл 7-5. Такая была интересненькая игра. Китаец довольно неплохо дриблингом пользуется, довольно неплохо кидает. Но это, в принципе, и все. Ростом он примерно где-то как и типичный китаец, 1.70 м, не больше. Так что я блочил его направо и налево. Но зато я не умею кидать. Типичный Ваня. Ну, зато из-под кольца попал пару раз, забил одну треху и одну двуху. 7-5 выиграл. Вот такие вот впечатления. Так что вы видите, я здесь не делами занимаюсь, а все-таки в баскетбол играю, не просто так приехал. Вот, ради этого стоило визу оформлять и всю эту и всю остальную фигню, только ради того, чтобы поиграть в баскет. В планах в дальнейшем сходить в спортзал. Я оформил вход студенческий на 2 недели. Там находится. Есть несколько фотографий, я скину их в группу. Такой хороший зал. Там беговые дорожки, там баскетбольных площадок куча. И вечером туда приходит довольно-таки серьезный народ. Там играют нормальные чуваки, я видел. Может быть, попробую там. Может быть, меня там обосрут. Я, в принципе, в этом не сомневаюсь. Но я буду стараться, попробую там поиграть. Там играют 5 на 5, там по 6, по 7 команд. То есть, как обычно у нас летом на площадках собираются. Какая-то, в общем, прикольная там баскетбольная движуха. Я попробую и там себя показать, и не ударить в грязь лицом. В общем, вот так вот небольшое такое баскетбольное спортивное включение из Америки. That's what's up, it's Ivan, a.k.a. Ants, a.k.a. Ivan Vasilenko. So, let's see you tomorrow, baby. Bow. Здоровенечки всем! Это еще одно включение из Америки. Ну, я попытаюсь рассказать немножко, показать, порассуждать, просто поделиться информацией. В общем, второй день уже подходит к концу в Америке. Что ж, с чего начать? На самом деле очень много всяких впечатлений. К сожалению, сегодня забыл камеру, да и для нее не было особо много времени, потому что было очень много встреч такого делового плана с всякими, с директорами меня сводили,
показали всевозможные административные здания, потом еще лекции я посетил, то есть снимать было, не было особенной возможности. Ну и плюс я тупо забыл камеру, потому что я чуть ли не проспал, у меня встреча была на 9 утра. Я поставил будильник на 8, пока валялся, пока искал это чертово здание, в итоге чуть не опоздал. Собрался кое-как в попыхах, и в итоге все вот что мы имеем. На самом деле я стараюсь перестроиться к этому американскому ритму. Не знаю, сегодня чуть-чуть получше, чем было вчера в плане такого состояния, потому что переключиться на 8-9 часов назад, просто так подвинуть свой организм не так-то легко. И просто тогда, когда ты просыпаешься, надо, по идее, тебе спать, когда ты ел, по идее, тебе нужно быть на лекции, когда ты, извините меня, в толчок хочешь, ты в этот момент тоже, наверное, на какой-то встрече. Организм привык к определенному времени, и перестроить себя не так-то просто, особенно на вот такой резкий переход, не на час, не на два, а потом кто-то срет. Стены тут, кстати, довольно тонкие, все слышно. Вот, и в общем, извините, секунду, мне надо выпить. За ваше здоровье, витаминные водички. В общем, что вам сказать? Во-первых, давайте покажу вам карточки. Смотрите, короче, кучу всяких карт мне надавали. Целых 5 штук. Во-первых, посмотрите, какое у меня наглое, наивное лицо. Прям хороший мальчик, да, видите? Прям Айван Василенко. Ну, вы здесь не видите, потому что в отражении. Вот так, может, увидите. И вот моя карта. Василенко Иван, Indiana University, Visiting Scholar. Visiting Scholar, давайте переведу вам. Я же все-таки крутой, уже чуть-чуть в английском разбираюсь. Scholar – это все ученые, либо молодые преподаватели, либо журналисты, не журналисты, а студенты, которые заканчивают обучение. И отличие от scientific или отличие от researcher. В общем, scholar – это все, кто занимается гуманитарными дисциплинами. Юристы, историки, переводчики, журналисты – все они относятся к группе scholar, то есть отдельное название для гуманитариев. У нас просто ученые, и без разницы, он там что преподает. Вот, видите, это, собственно, посещение. Вот такая карта кампуса Access, это доступ в кампусе. Это вот такая вот карточка, вот карточка для моей комнаты. Residential Program Service, это программа размещения. Вот. Вот еще одна карточка. На самом деле, они с этим бюрократизмом задолбали, потому что кучу всяких разрешений, бумаг. Не дай бог, что-то забуду, придется восстанавливать. Это пипец, конечно, будет. Вот Residential Program and Service. Это short term, это краткосрочная карта. Она нужна только для одной вещи. Для того, чтобы зайти в общее здание кампуса, где я проживаю. Там на входе находятся проверочные такие пункты. Ну, как это лучше назвать-то? Ну, в общем, проверяют они как во всяких банках или на крупных предприятиях. То есть вот эта фигня только для входа. И я очень боюсь ее потерять. Другая вещь – это Division of Residential, это Russian Visitors, это карта guest для гостей, для тех, кто не является студентами, которые обучаются здесь, это карточка для питания. Вот слева вы видите написано домен, электронный адрес rps.indiana.edu. RPS – это такая система,
всевозможных кафе на территории кампуса, и с помощью этой карточки в ней находится, на ней нее перечисляются различные суммы, в том числе ежедневные суммы в размере 25-30 баксов. На самом деле, может это казаться не так уж и много, но на самом деле за день, чтобы поесть 2, а то и 3 раза, это вполне достаточно. В среднем тратится на перекус здесь около 80 баксов. Вот, это вот такая карточка. И еще одна, это карточка Faculty Staff Bus Pass. Это карточка для автобусов. Я уже сказал, что кампус довольно большой здесь, и возможно перемещаться на территории кампуса на специальном автобусе. И вот эта особая карточка, с ней я могу кататься как на территории кампуса, так и вне его, то есть по всему городу Блумингтон. Довольно интересная вещь, потому что я как бы хочу по возможности еще посмотреть этот город. Ну и другая фигня, которую мне приходится нести всегда с собой, это ключ. И ключ-то не от номера, не от моего собственного автомобиля, как вы можете подумать. Это ключ всего лишь от лифта. Лифта. Или лифта. Не знаю. Забываю уже русский язык. В общем, чтобы вызвать лифт, нужно провернуть ключ на первом этаже. Чтобы подняться на какой-то этаж, нужно рядом с кнопкой провернуть ключ. В общем, геморно это. А без ключа вы не можете ни вызывать лифт, ни двигаться по нему. В общем, геморно довольно-таки. Большой обзор был бюрократической херни, которая тут есть. А сейчас уже довольно долго идет видео, я уже уверен, что многие из вас скипают это. А чё многие? Нас всего, наверное, два смотрят. Я такой, конечно, самонадеянный. Вы такие наивные! И простите. В общем, я хочу поделиться двумя еще сведениями, которые мне показались интересными. И надеюсь, будет интересно узнать их вам. Во-первых, я был немного шокирован системой образования. Я примерно имел представление, какая она. Почитал немного в интернете. И я, в принципе, знал, что она кардинально отличается от той, которая она есть у нас. Так вот, все, что ты узнаешь в интернете, это не имеет никакого значения, поскольку ты должен погрузиться в это сам. И я был в шоке, потому что это настолько новое для меня, и еще как-то пытаться в этом участвовать. Скажу сразу, никакие лекции я сегодня не читал. Откровенно говоря, труханул. Да, я труханул. Во-первых, знание английского, я не очень в себе уверен. Возможно, через пару дней я попробую. Во-вторых, я не очень имел представление, о чем стоит мне рассказывать. И плюс было очень много народу. Я посетил сегодня две лекции. В одной было около 30 человек, в другой около 50. Выступать перед таким большим лекторием мне было страшно, да. Так вот, я посетил сегодня два класса, они так называются. Это не лекции, у них какие-то классы. Как я раньше говорил, есть зарезервированные определенные времена для проведения лекций, какие-то классы отдельные. Причем время может быть самое разное. Я вот сейчас был на лекции, она в 6:45 начиналась, и я с нее потихонечку свалил, потому что и в 8 часов вечера она не заканчивалась. Они там могут и до полуночи сидеть. Вот. Зарезервировано время, и каждый может прийти, опоздать. Народ приходил на последние 10 минут первого класса, который я посетил. Кто-то ушел, наоборот, посетил 5 минут, ему задолбало. Преподавателю без разницы, он рассказывает, кто уходит, ему говорят «sorry» и ушлепывают куда хотят. Вот. Я пришел в первый класс. Да, я в первом классе учусь. Ладно, закончим шутками за 100. В общем,
Прихожу в класс, там сидит препод в телефоне, какой-то народ сидит за лэптапами и за всякими макбуками. Я прихожу, не понимаю, что куда, я типа говорю: здравствуйте, я вот тот-то, тот-то. А меня тут обрадуют, а меня сразу же говорят, что этого чувака, преподавателя, с которым вы должны связаться, его нет, он уехал. Так что я здесь, типа, его замещаю, я ничего не знаю, как бы садитесь, посмотрим, что получится. И лекция проходила в очень интересном варианте. Чувак ничего не рассказывал, я имею в виду преподаватель, абсолютно ничего. Он только сказал «hello», там дал небольшую информацию о себе. И около часа кто-то сидел в компьютере и в открытую играл, или сидел на Фейсбуке. Кто-то задал вопросы, там типа «что вы думаете об этом?», «что вы думаете об этом?». Кто-то его просто расспрашивал там о прошедших мероприятиях спортивных. Сейчас просто проходит так называемое «мартовское безумие», которое называется в Америке March Madness. Это так называемые баскетбольные соревнования, когда за неделю 12 команд играют друг с другом, где-то по 2 матча чуть ли не за день проводят они, и за неделю в этом мини-соревновании узнают, кто промежуточный чемпион. Вот, и все обсуждают, как сыграла Индиана. В Индиане есть своя команда, Indiana Hoosiers. Они не играют в Блумингтоне, здесь нет такого стадиона подходящего, но они играют в Индианаполисе, в центральном городе штата. Я, может быть, смогу посетить несколько игр. Вот, они обсуждали игры, как у них их впечатления, что они думают о тренере, о сопернике и так далее. Кстати, Индиана проиграла где-то 2 или 3 очка Мэриленду. Не самой сильной институтской команде, так что это было довольно-таки сенсационно, и это обсуждали очень горячо. Это первый класс, я посидел там, потом вроде все закончилось, я свалил. А на другой класс я опоздал на 5 минут, я, в принципе, должен был выступать на нем. Слава богу, что я опоздал. Потому что я пришел, сразу же понял, что мне не стоит здесь выступать. 50, а то, может быть, и больше человек в огромном лектории. Разного плана, там и девушки, и парни, и там и азиаты, и товарищи афроамериканцы в традиционной широкой одежде. В общем, выступать перед такой публикой было бы довольно сложно, потому что я не знал бы, что от нее ожидать и какие вопросы могут мне задать. Так что я посидел, эта лекция все никак не заканчивалась. Лекция была посвящена взаимодействию спортивных организаций со спортсменами, о том, как берут интервью, как проводят пресс-конференции. Было интересно. Я, конечно, понимал не все, но большую часть. И это было полезно для меня. Так что вот такое впечатление, я был в шоке. И второе впечатление, я сегодня поговорил с довольно большим количеством людей. Я поговорил с девушкой из Бразилии, которая тут по обмену на месяц. Она изучает английский, она переводчица. Я поговорил с одной девушкой, американкой. Она из Индианы, она мне показала, где находится библиотека. Приятная вообще не девушка. Вот, я поговорил с двумя товарищами из Сербии. Тоже мы поговорили так на полуломанном русском, полуломанном английском. Они тоже английский знают не особо как. В общем, было весело. Как говорят американцы, I just have a fun and I just try. So, видите, вот это so в Америке, которое у нас можно назвать ну вот, так, ну то есть междометие такое, когда не знаешь, что сказать, говоришь so, just, already, and so on. В общем, вот так вот небольшое, как я говорю, уже длинное большое включение. Я надеюсь, вам будет интересно это узнать.
Вот так тусуем в Индиане. Я надеюсь, что дальше будет круче. Завтра в планах посетить еще 1-2 класса. Не знаю, смогу ли я там выступить. Вот. И что самое интересное, я, наверное, посещу матч в Блумингтоне по бейсболу. Там какой-то серьезный матч. Билет стоит около 4 или 3 баксов, то есть 200-300 рублей, если я ничего не путаю. Да. Да, где-то 200-300 рублей. Вот. Посещу матч, обязательно возьму камеру, поснимаю что-то, я думаю, будет прикольно. Также я хочу взять камеру и сходить в Sports Health Institute. Это один большой институт, где и проходит реабилитация для спортсменов, и находится качалка, и находятся беговые дорожки, и баскетбольные площадки. И также учатся медики и физруки. В общем, одно большое здание, посвященное спорту и медицине. Я думаю, будет интересно поснимать. Надеюсь, я смогу это сделать. В общем, это было включение из Индианы. Еще одно небольшое summary, как говорят здесь. С вами был Айван Василенко. Многие думают, что я, кстати, из Кохляндии. Спрашивают, ну как на Украине, как чё, как дела? А когда я говорю из России, вопросов еще больше становится. Кстати, говорят, что у меня прикольный акцент. Я надеюсь, что он действительно прикольный. В общем, это все, что я хотел сказать. Всем пока. Удачи. When you wanna go around the world, I'm ready. And if you want me to fight your ex-girl for you, I'm ready. I'm ready. If you need me to cook you meal, I'm ready. Hey, come on. And if you want me to come and chill with you, sure, boy, I'm ready. Come on. You don't know how you got me. I never been as open, not me. I'm the one who's known not to be giving up the easy. Что ж, время 11 час, утро, прохладное. Я посетил лекцию в этом здании, Morrison Hall. Лекция была связана с дискриминацией в спорте американском. Вообще лекция, английское название было у нее Racist Discrimination and African-American Culture in Sports College. Интересная лекция. Поговорил с преподавателем, такой веселый черный мужчина. Что еще могу сказать? Поговорили с ним, показал мне вот уборщик какой-то. Поговорили с ним, он мне рассказал немного о своей работе, о своих занятиях. Потом он мне скинул презентацию, я ему скинул свою презентацию на английском языке. Ну, в общем, делимся научными знаниями, как можем. Дальше, думаю, будет еще веселее. Сейчас у меня должна быть встреча в мультимедийной лаборатории, или как она называется, с разными компьютерами, через полчаса в Air Empire Hall в
другом здании. Их тут дофигища, гулять просто не перегулять. Но я надеюсь, не потеряюсь. До скорого. Mrs. Do-Right, can't go wrong with me. I said R-E-D-Y, always on time.